сегодня очередная распаковка. На этот раз будет кабель с евровимкой для того, чтобы подключать блок питания. То есть в комплекте был блок питания сетевой шнур, достаточно маленький, то есть 1,5 метра. Ну и чтобы не докупать лишние удлинители, то есть было принято решение купить такой кабель 3-метровый с евровилкой. То есть фирма поставляется вот такой вот пластиковой упаковки. Ну и внутри находится кабель. Открывается просто специально с прорезью для того, чтобы здесь кабель 3 метра. Достаточно хорошо собран. Под стандартное подключение. Аппарата. Так, ну и сейчас посмотрим, включается или не включается. Как видим, то есть кабель достаточно качественно сделано. Так, а был вот такой. Здесь по 250 может удерживать. В данном случае я буду посмотреть. Ну, 300. Так что длина 3 метра. Ну что, всем, кому было полезно. Спасибо за внимание. До следующих распаковок. Удачи всем, пока.